находится ее хосту. И на самом деле это такое, как будто приглашение на топ сходить, да, во-первых, у него ультимейт через пару секунд. Но здесь Визаж практически по книжке сам находится, так залетает. Ананда так начинает бить. Буквально еще пару ударов нужно сделать, но мансит Визаж, но на хосте Донбрейкер. Сложно. Донбрейкер в мид, ультимейт прилетела на Марси, нападение, Марси не отпускает ее. И вот пока Виш для своей команды, конечно, просто уйму работы делают, иначе здесь и не сказать. На топ сбегал, с хостой убил, ему еще с рунами повезло, конечно же. В миде забайтил зомби, теперь находит Сэмочку, у которой тоже есть большой шанс убить. Очень нагло, она же знала, что здесь было несколько героев. Мало того, что ЦБМ-ка погибла, гораздо более важный фраг делают у нас на боте, забирают фантомку. Фантомка забирает себе БКБ, то есть вот даже не дезолятор какой-то, и еще пытаются у нас напасть на Марси и Визажа. Так, Марси. С критами, знаешь, это такое все-таки нагловатое решение, мне кажется, против фантомки. Мог бы сыграть стандартно. Radiant. Фантомки. Wicked зомби его подхилил, и нейтралка шикарная. Ну как это вообще? Ну вот 9000 преимущества. Конечно, конечно, нужно идти. В такой ситуации Клинкс рядом, он-то и выдаст тот урон, который необходим. Там Дизоль, там Брейкер, там, не знаю, зомби потанчит, неважно, кто потанчит. Ладно, не захотели. Окей. Донбрейкер, кстати, уже с шардом и себе после этого пайка и блинки приобретает. Жестко. Да, конечно, сейчас он. Потому что фантомка. Донбрейкер сейчас чуть ли не соло игру делает. Сколько она сделала выходов на ту самую фантомку, я уже не знаю. Раза 3-4 ее получилось убивать за счет просто потому что Донбрейкер постоянно по ней фокус идет. И Донбрейкер, смотри, что решила собирать. Это, я думаю, шутка. Надеюсь. Рапир Ти не ошибается, ну, хотя бы что-то. Бокера. Так, а еще и зомби. Зомби, правда, бы поставил, уже под ней, не знаю, захотят ли драться. ЦМ попытается забрать. Марси залетел. Так, Марси на зомби. Так, ну тут уже Донбрейкера рядом. Очень долго, просто смотрите, фантомочка, куда? Ладно, саппорта ты заберешь, но, как говорится, какой ценой? Слишком большая цена, размен тебя в, простите, там, пятую позицию. Даже если учитывать то, что ты делаешь фраг, Виш просто бегает одного за другим. Одного за другим. Dire's middle tower is under attack. Очень много, но камбэк, ребята, 1x series, не забывайте, у нас такие камбэки были, что... Дота, сколько там дает процент? 99, 1% вот этот... Ладно. Radiant's middle tower has fallen. Radiant's middle tower is under attack. Мгновение ока идут на третью сразу, потому что рапира на Донбрейкера как бы
сами понимаете, насколько быстро упадет самая третья сторона. Ну, а теперь можно и рапиру отдавать. Мега-крипы и рапиру отдаем, чтобы сделать игру поинтереснее. Так, взлетает Марс, начинается у нас замес. Бокер просто исчезает с карты. 50 секунд без байбека. Ценка раскастовывает свой новый код. Вырубается потомка, продала там что-то, чтобы купить себе БКБ. Но, как вы видите, урона она особо много не наносит. Да, тащить! Хорошо, хорошо, забрали Аегис. Забрали Аегис, только у потомки заканчивается БКБ. Получает Глипнир. Трипл килл для Виша. Фонтан. Good game, I'll play. Dire victory.